друзья. Привет. Посылочка, вот которую ранее в обращении говорил, с Москвы. Отдайте скайпи, пожалуйста. Так, это с Москвы, да, здесь 6S+. Там у человека разряд батареи. И очень плохо слышно собеседника. То есть тут сейчас сделаем и экспрессом отправим. Вчера человек звонил, очень переживал, что сейчас что-то не дойдет. Транспортная компания работает в обычном режиме. Я сейчас там был, все окей, на сайте тоже не все окей. Все работает, все нормально. Сейчас сделаем, и тут же я отправлю, чтобы человек, владелец, не переживал. Все будет хорошо. Упаковано по вышке. Интересный момент, этот телефон выходил в каком? Ну, он выходил что-то на пике стоимости доллара. Был жутко дорогой, и он вообще мало у кого был. Вообще 6S, плюс тем более. И даже некоторые инженеры думали, что нет такого телефона. Есть такие люди. Телефон на самом деле крайне крутой. Вот он один из самых надежных за все продукты Apple. Один из любимых аппаратов вообще. Очень сделан качественно, там всякие нюансы убраны, которые в ранних моделях были. Ну, вообще надежная штука. Так, здесь заменим батарейку, и у владельца жалоба, что очень плохо слышно собеседника. Здесь вижу невооруженным глазом. Прямо залоснена, зашоркана решетка. Прямо нету сечения, не видно. Вот этого слухового динамика, решетки слухового динамика. И, соответственно, просто слышимость плохая. Так, устройство заблокировано. На заблокированном что можно сделать? Кстати, небольшой засветик. Это от влажности бывает. Вот, видно, да? Вот здесь вот. На белом фоне обычно такие видны вещи. Кстати, при вскрытии влагостойкую проклейку здесь обновим. Да, на заблокированном что можно сделать? Это вызов 112 без сим-карты. Громкость на максимум. И там где-то вдалеке очень что-то плохо слышно. Тут чистка, стандартно, и все будет окей. Так, я еще раз сейчас послушаю. Ну, телефон внутри, в хорошем состоянии. Следов жидкости нету, но вот на экране показывал белый засвет. Это от влаги попадает. По контуру наиболее тонкие места идут, вот этого и вот проклейки. И они, ну, может такое что-то происходить. Это ничего страшного на самом деле. Ну, на белом фоне чуть видно там пятнышко. No problem. Так, снял экран, сейчас посмотрим канал решетки. Я уверен, что он там забит просто, и в этом проблема. Да, вот оно видно, что... Вот сюда смотрим. Никакого ни просвета, ни засвета, ничего. Вот так, собственно, выглядит после чистки. Вот сюда смотрим. Вот так вот. Светится, просвечивает, все окей. Так, с динамиком окей. Батарейка. Батарея-то довольно... Ну, 2 года, опять же, 2 года. То есть просто там есть такой вопрос и такое, как бы, понятие. Почему вот раньше там батарейка там служила 5 лет, а сейчас ее хватает на 2 года? Все естественно. Системы идут, сама операционная система более энергозатратная. Она больше обращается к процессору. Процессор, соответственно, больше потребляет электрической энергии. Соответственно, больше идет нагрузка на элемент питания. Быстрее происходят циклы заряда, износ, падает объем. Все это, как бы, логично, правильно и понятно. Элементы питания, эти технологии, они как были там 15-20 лет назад, они так и остались. А процессоры, производительность, она растет. Соответственно, нагрузка на элементы питания больше, производительность выше, но срок службы батареи существенно сокращается. Это естественно, нормально, правильно. Так, ставим новенькую. Сейчас дай проклеить еще. Спиртовая салфеточка. Так, ну все, готово. Батарейку поставил, там она разряжена, подзарядил. Еще раз проверим по слуховому. Сейчас должна быть разница. Ну да. То есть сейчас нормально звучит и все окей. Так, собственно, все. Сейчас еще немножко. Ну, там владелец получит, можно будет ему зарядить до конца. И там объективно будет все понятно. Так, спиртовой салфеточкой протер. Все сделал. Пакуем и тут же отправляем. Вот тут у владельца, как бы, ну да, я думаю, просто подарочек же у нас, подарю чехол, потому что у него сверху стекла нету, есть просто люди, ну, кому не нравится, ни стекло там, ни пленки, ни все, но корпус в очень хорошем состоянии, скорее всего, все-таки владелец пользуется чехлом, поэтому чехольчик приложим в подарочек. Я думаю, вот такой вот умеренно консервативный серый цвет, там человек серьезный позвонил, будет уместен, это подарок. Так, все, оформляю, отправляю, отправим самую быструю доставку, она называется на следующий день. Она, конечно, дорогая, но владелец сам просил быстро, он
переживает очень сильно, что там что-то там, что-то там. Но, как я сказал, транспортные компании работают, нормально здесь переживать не за что. Ну, хозяин-барин, как говорится. Все, отправляем.